Какой же вы спаситель? Какой же вы целитель? Вы просто хитрый жулик, шарлатан и злодей. И это все о нем. На сцене Молодежного театра Алтая готовятся к одной из самых ответственных премьер этого сезона – к спектаклю «Фауст». Постановку решили сделать в жанре мюзикла, что для артистов в новинку. Много хореографии и вокала. Режиссер не скрывает, такая интерпретация – дело действительно не из легких. Чем больше сложностей, тем интереснее их решать, тем больше мы растем. Да? Мы ставим себе выше планку, мы пытаемся ее преодолеть, подтянуться еще разок. И только так наши мускулы крепнут. И только так мы интереснее тем, кто приходит в зал. Заявленный уровень спектакля высокий, поэтому и требования к оформлению были соответствующими. Спектакль очень сложно устроен, поэтому основная сложность в костюмах заключается в том, чтобы соответствовать происходящим событиям в процессе спектакля. Поэтому вот эти вот все стыковки, смычки, переходы, вот они должны быть простые, понятные. То есть костюмы должны быть в эксплуатации совершенно удобные и ясные. Объем работы огромнейший, до сих пор еще делаем. И там, наверное, как с большими семьями спектаклями, здесь, скорее всего, будет до последнего этого момента. Здесь сами вот головные уборы, они по своему покрою. Изготовление занимает вплоть до 4-5, бывает, неделю уходит на один головной убор. Создатели мюзикла не скрывают, от спектакля ждут большого успеха и надеются, что барнаульский зритель оценит их старания по достоинству. Ну а пока репетиции в МТА продолжаются. Премьерные показы с 18 по 20 марта. София Ценко, Дмитрий Денисов. День с толком.